Смертельно опасное ожидание автобуса. Жертвами пьяного лихача стали двое алматинцев. Авария произошла в минувшую субботу на углу Коперника и Тотибекова. Водитель легковушки снес остановку. На месте ДТП погибла 30-летняя женщина. Еще одна 40-летняя пострадавшая скончалась накануне в больнице. С переломами обеих ног в травматологию доставили мужчину. Уже секрем дегенше неткен жоқ уже ой біленді қал. Сөйтіп ана қасына келіншек айналып келді, қасыма құлады, аяғы кесіп қалған, екі аяғы жоқ. Данный вид травмы предполагает нахождение в стационаре примерно 7-10 дней. То есть заключается в том, чтобы сейчас купировать болевой процесс, зажили все имеющиеся повреждения кожи, которые у него присутствуют. Сами переломы, конечно, не занимают более длительный срок сращения, но это уже проходит потом в дальнейшем в амбулаторных условиях. 31-летний виновник ДТП задержан. Экспертиза показала среднюю степень алкогольного опьянения. Возбуждено уголовное дело по статье «Совершение дорожно-транспортного происшествия, повлекшее смерть человека». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. То, что он находился в состоянии алкогольного опьянения и допустил это ДТП, является отягчающим обстоятельством. Поэтому суд при вынесении приговора непременно этот фактор учтет.